На Экибастузском заводе по выпуску железнодорожных колес внедряют автоматизированную систему прослеживания производственных процессов. Современная технология еще не имеет аналогов в мире. На предприятии завершили пусконаладочные работы и приступают к запуску основной производственной линии. Сейчас завод выпускает 120 железнодорожных колес в день. В ближайшее время здесь начнут производить и колеса для локомотивов. Продукция завода предназначена в основном для внутреннего рынка. Небольшую часть экспортируют в Россию. При выходе на полную проектную мощность объемы производства будут увеличены в 5 раз. Сейчас ведутся переговоры уже об экспорте колес. Мы и с General Electric работаем. Но это уже следующий этап, это уже 2020 год. А в этом году мы должны поставить на производство колеса и заготовки зубчатых колес для локомотивов. Мощности завода 200 тысяч колес по году. Вот. На проектную мощность мы должны выйти в апреле следующего года.